Активированный уголь – это прекрасное средство для вывода из организма вредных веществ и токсинов. Он словно губка абсорбирует выделение потовых и сальных желез, очищая и обеззараживая протоки. В результате уменьшается жирность кожи, проходит воспаление и покраснение. Приготовить подобную маску очень просто. Активированный уголь приобретаем в аптеке, а желатин – в супермаркете. Для маски достаточно 2 таблетки активированного угля, пол чайной ложки желатина и 1 чайной ложки воды. Активированный уголь измельчается в пудру, к нему всыпается желатин. Все тщательно перемешивается и добавляется вода. Перемешайте ингредиенты до однородной кашицы. Далее необходимо, чтобы желатин разбух, чтобы в дальнейшем образовалась пленка. Для этого массу помещаем на водяную баню или можно воспользоваться микроволновой печью, 8-10 секунд будет вполне достаточно. Дайте разогретой массе приостыть и нанесите на проблемные участки с комедонами, подбородок, крылья носа, скулы и лоб. Помните, что перед процедурой требуется предварительно очистить и распарить кожу лица. Можно сделать паровую ванночку с травами, например ромашкой. Время процедуры – 20-25 минут, после чего желатиновая пленка удаляется или смывается обычным тоником.